И вот, ребята, еще хочу показать вам белочек. Сейчас белок стало меньше, потому что дочка стала меньше их кормить. Вот они лазят, видите, я приблизила. Вот они общаются друг с другом, бегают по деревьям. Вот. Проснулись, сейчас уже 10 утра. Вон, видите, хвостиком. Вот это происходит у них общение. А там вот вторая на другом дереве сидит. Вот, ой, я не знаю, что-то я высоко, по-моему, задрала. Здесь где-то она вот тут сидит, еще одна где-то я видела. Вон, вон, видно, даже там хвостом виляет, она вот бегает по дереву. Белок здесь валом, валом. Вот. И если их кормить, их можно, может быть, и 40, и 50 штук прибегает. Если регулярно кормишь, но сейчас она кормит не регулярно, и как бы их стало поменьше. Вот. Но видела уже гусей канадских, видела, чего я еще видела, гусей канадских, ну, всяких там орлов, это все такое, но оленей пока не видела, пока не видела. Вот так вот нужно теперь уменьшить. Ну, это как вам видео, маленькая зарисовка. Сегодня чудная погода. Смотрите, такой легкий ветерок. Это вот на деке растет огромный, огромный клен. По-моему, клен это. Гоняются друг одна другую, погоняет. Друг за другом бегают. Дружба не получилась. Вот она полезла. Погода просто чудная. Раз, перепрыгнула с дерева на... Хотя дерево где-то стоит, ну, не вплотную прям, ну, прыгает. Где вторая? Вторая, вторую прогнала. Птички чирикают. У соседки вот там вот немножко видно, вон кормушки. Очень много кормушек. Но она белок не кормит, она их не любит. Но птиц... Всегда полные кормушки. Смотрите, сколько у нее их, штук 10. Тоже очень любит животных женщина. У нее, ну, там пожилые живут мужчина с женщиной. И они, это, у них две собачки, по-моему. Две собачки. Вот. Здесь во всем районе, может быть, 2-3 человека, только которые не держат собак или кошек. У всех. Вот соседи напротив, ну, там еле видно домик, да, у них две собаки. Это золотистый вот этот ретривер, или кто он там, лабрадор, еще какая-то черненькая собачка. А вот соседа Энтони вот здесь живет, вот сосед, ну, плохо через эту видно, камера не фокусируется. Вот в этом доме живет большая собака, ой, черная, как это, не лабрадор, и не бультерьер, вот, ой, забыла, какой породы, но тоже огромная собака черная живет, он ее постоянно выгуливает. В общем,
держат все собак. Все собак держат. Вот в том вот доме, вот видите, в этом тоже большая черная собака живет. Вот в том сереньком доме, где белая машина стоит, там тоже две или три собаки. Все-все держат здесь собак. Это как бы здесь целый культ. Культ. Вот. Хосты. Немножечко мы пропололи. Вот здесь не допололо я. Потому что оса за мной. Какая-то оса или даже еще цапнула. Думаю, ну-ка, если их там много. Вот. Вот. Вот это что такое лежит? Как будто как змея, да? Нет, какой-то шланг или ветка, или что это такое, не знаю, у Энтони. Вот. А вот папоротники. Прелесть, прелесть. Очень красивый. Вот. Набирает цвет герань. Герань. Это герань, кстати, зимовала дома в комнате. Вот. Ой, я приблизила, наверное. Ага, вот видите, типа, вот на цветочке. Вот такая вот зараза чуть ли меня не цапанула. Как давай вокруг меня кружится. Она даже немножко цапанула, ударилась. Вот пыльцо собирает. В прошлом году делала обрезку. Ну вот, этих деревьев. Сейчас отойду подальше, чтобы так вам обзорно показать. Смотрите, цветут. Приблизительно я обрезала, ребят, знаете сколько? Да тут даже видно, сколько я обрезала. Ну вот, например, вот я делала обрезку в прошлом году. Вот, ну так вот, как рука доставала, делала обрезку, вот здесь сделала. Но отросло сантиметров 50-60. Ну вот, когда цветение кончится, я опять сделаю обрезку. Ну, а зачем они такие высокие, правильно? Вот смотрите, видите, вот здесь вот внизу, по низу, они как бы не такие густые, да? А вверху, где вот делалась обрезка, они прям так распушились и цветут, и цветут. Наверное, надо сделать пониже обрезку. И тогда здесь вот в этом месте будет не голый вид такой, а будет хорошо это затенено. Как бы от соседей, дек будет хорошо затенен. Ну вот так. Вот сколько мне еще надо дровишек сжечь. Кострище хочу сделать. Смотрите, какое дерево, какой корень. Обалденное, обалденное. Все тут нетронутое на участке деревья. Участок так-то небольшой, но не маленький, хороший. Хороший. Вот. А вот эти, кстати, ребят, сделала неправильно я обрезку. Это вот это вот разновидность петуньи, ну, скажем, семейство этого же калибрахоа. Такое красивое название — калибрахоа. Но она тоже, видите, изрослось все вот это вот. И я смотрела блогеров, я не особо в калибрахоа разбираюсь, у меня никогда не было его. И надо делать вот просто покороче вот эту обрезку. Здесь точно топить не будет. Откуда-то возвращались? Мне кажется, ты сказала, да,
давай поедем другой дорогой. Я помню. Я не знаю, что это. Байден, голосуйте. Не голосуем за Байдена. Нет, там написано. Ну, это какая-то местная, видимо, этот. Я даже не знаю, может, я сейчас едет. В общем, мне кажется, это не Шарль, мне кажется. Это кажется, или там Мэдисон, или это Конкорд. Черт, куда мы едем. Даже не знаю, где мы едем. Ну, здесь прям уже лес, лес, лес такой, да? Классно. Ну, район более такой тихий, спокойный, наверное. У тебя более вот даже... Не, конечно, здесь уже как более колхоз-стайл, но он не бомжовский колхоз. То есть вот это не как вот. Вот это уже метропарк. Это уже, кажется... А может быть, нет, это чей-то дом. Ну, кстати, подожди. Да, пойди, мы приехали уже. Мы вот, по-моему, мы как-то вот так с Джуну так тоже ехали, нет? Ну, тут похоже все. Приехали на какой-то парк. Сами не знаем, куда. Сами не знаем, куда. Называется Pine Falls. Pine Falls. Может быть, прекрасно, нет машин. Как я люблю, когда нет машин. Это идеально. Когда всего пара машин. Uh-huh. А маленькая парковка? Парк, наверное, маленький. Ну, это сеть метропарков. Все, паркуемся. Гуси, канадские гуси. Смотрите, сколько их. Пасутся здесь. У людей здесь ферма и виноградник. Вот ферма. И вот они, гуси. Огромные, огромные. Целое стадо. Целое стадо. Да сама не вижу, что снимаю. Ну, смотрите, какие. Ой, ничего, людей не боятся. Красавцы, красавцы. Да, вкусняшки. И вот целый виноградник. Здесь у людей, видите, маленькая такая фирма, у них там озерко маленькое совсем. Привет.